Москва скоро станет прекрасной столицей Олимпийских игр. Вы же прекрасно понимаете, что мы находимся в состоянии войны двух идеологических систем, советской и западной. Кто победит, зависит от нас. Нужно сделать все. Мы не про политику должны думать, а про людей. Для кого-то это вообще последний шанс. Солнце стартует в мире, как первый раз. И что мы теперь будем делать с этой Олимпиадой? Игры с 3 августа.